Вслед за Нью-Йорком, который минувшим летом удостоился в интернете собственного домена с окончанием .nyc, вскоре такая же честь будет оказана Лондону. В связи с тем, что британская столица является таким же крупным и важным бизнес-центром в Европе, как Нью-Йорк-Сити в Америке. С нового года в интернете появится домен с окончанием .london. Причем право на его использование получат как компании и организации, так и частные лица. Мэр Лондона Борис Джонсон приветствовал такое решение мирового сообщества. Принятие домена «Лондон» позволит организациям более тесно ассоциировать себя с таким мощным глобальным брендом, каким является имя нашего замечательного города. К тому же это прекрасная возможность увеличить присутствие Лондона в киберпространстве, что должно обеспечить ему приток дополнительных средств.